Привет-привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий. Объясните людям, которые приходят на мост самоубийц для того, чтобы броситься вниз, объяснить, что жизнь одна и она прекрасна, и не стоит этого делать, бывает очень сложно, а порой для меня просто невозможно. Но Уилл, обычный в прошлом офисный работник, решил, что в этом его призвание, и поэтому мы каждую ночь выходим на этот мост спасать заблудшие души. Пока получается не очень, и я боюсь, что если счет будет не в нашу пользу, то и Уилл может расстроиться и потерять смысл в жизни. Но не знаю. Хочется верить, что нет. Продолжим. Подождите, жизнь прекрасна. Днем мы спим где-то под мостом, а ночью... Ну, как же я устал. Еще бы. Не надорваться бы. Ух ты, весь желтенький куда-то пошел. Яркий, желтый. Ну, наверное, этому ничего не грозит. Настроение у него, наверное, на позитиве. А вот это уже полезло. Вы хотите стать 13-й или 7-й? Я вас прошу. Подожди. Жизнь прекрасна. Я тебе очень точно говорю. Господи, как же меня все это бесит. Согласен. Давно пора закрыть этот мост. Что именно тебя бесит? Да меня сейчас просто разорвет. Каждый день одно и то же. Из-за чего ты так злишься? Есть много способов справиться с гневом. Вынести злобу на мне, только не прыгай. Ну и что? Из-за чего ты так злишься? Не знаю, можно спросить. А может, и не спрашивать, а может, лучше и не надо. Есть много способов справиться с гневом. Не надо мне говорить, что давай действовать быстрее. Пока я медлю, она живет. Поэтому я не буду действовать быстрее. Не надо мне торопить. Вымести злобу на мне, только не прыгай. Ну, давай попробуем поговорить. Давай, ладно, из-за чего ты злишься? Я сам не знаю, что я здесь делаю. Что я забыл на этом вонючем мосту. Все в порядке, просто слезай оттуда. Ты просто любовался видом города? Чувак, поверь, ты не единственный, кто задается этим вопросом. Слушай, может, ты мне поможешь? Один я не справлюсь. Конечно, помогу. Я для этого здесь всю ночь, постоянно здесь, на дежурстве. Конечно, помогу. Без проблем, для начала тебе надо спуститься. Конечно, помогу, я за этим сюда и пришел. Давай руку, помогу тебе. Конечно, помогу. Я боюсь говорить уже, надо спуститься, или давай руку. Почему-то мне кажется, он может... Ну, давай, конечно, помогу, я за этим сюда и пришел. Издает нечеловеческие звуки? Что такое? Что случилось? Успокойся, все хорошо. Давай-ка без рычания. Сейчас я скажу, успокойся, все хорошо, он... Еще больше заорет и прыгнет. Хотя мне кажется, ему нужна помощь. Ему нужно, может быть, общение. Поэтому как бы не надо, наверное, прерываться. Успокойся, наверное, все хорошо. Угу, конечно же. Ты прав. Пойду-ка я лучше домой и немного отвлекусь. Иди домой и не возвращайся. Какая нервная работенка у меня.
Надо попросить у городских властей какое-нибудь жалование. Это ж, ну что ж такое? Хотя меня там пожертвования какие-то идут. Ну чего ты туда полез? Ну чего ты туда полез? И штабах, прибейте жертву. Пошли нам свою благодать. И штабах. Ишь ты какой? Подожди. Подожди, жизнь прекрасна. Как же вам это втолковать в вашу голову, что жизнь прекрасна? Что же ты несешь такое? С кем ты разговариваешь? Ну, давай, начнем. С кем ты разговариваешь? С кем? Ага, так он и сказал мне. Он сейчас стриганет просто. Солхна. И все. И привет. И полетел. Ну, что ему надо было? Что ему надо было? Не мог мне сказать, с кем он разговаривал? Вот еще один такой. Подожди, жизнь прекрасна. Отвали. Оставь меня в покое. Не знаю. Постой, я просто хочу помочь, это, мне кажется, его не остановит. Зачем так грубо? Зачем? Скройся. Не трогай меня. Не поверишь, сколько раз я это слышал. Мой парень. Ты чё, девчонка, что ли? Странно ты выглядишь. Я бы тоже сбросился, наверное. Да ну тебя? Нет, конечно. Ну, какой-нибудь салон бы посетил, не знаю, волосы бы нарастил, там, одежду поменял. А может быть, это ж я мыслю по-другому. Может быть, у парня есть парень, правильно же, да? Поймешь их. Он бьет меня и принуждает делать то, что я не хочу. Я не могу больше жить. Слушай, у каждого бывают проблемы в отношениях, это, наверное, все. Ты что-то сказал, из-за чего он стал так себя вести? Черт, это жестоко. Ты что-то сказал, из-за чего он так... Ты что-то сказал, да? Что-то сказал, я прослушал. Ага. Спасибо. Ты мне очень помог, козел. Придурок, тебе совсем заняться нечем? Да похоже, нечем. Похоже, нечем. Что-то сегодня и придурок, и козел. О, стартоп. Кто это такой? Эй, привет. Так и знал, что найду тебя здесь. Я принес тебе торт. Подумал вдруг, что сегодня может быть твой день рождения. Чего это так? Угадал? Не знаю. Нет. Ну и ладно. Отметим твой прошлый день рождения тогда. На самом деле я тут подумал, тебе же тут наверняка бывает грустно. Часто очень грустно. Ой, чуть не забыл, я рассказал моей семье о тебе. Они просто в восторге от тебя. Тебя же и по телевизору показали. Ну, может, не все тобой восхищаются. Но моя дочь тебя просто обожает. Хочешь, покажу тебе ее фото? Ну, конечно, хочешь. Так куда я сунул ее? Вроде бы где-то здесь, сейчас. Ты только торт не вырони. Черт, ладно, покажу в следующий раз. Эй, мы же теперь друзья, верно? Ладно, не буду тебя отвлекать. Я знаю, ты тут важными делами занят. Без твоей помощи я бы никогда больше не увидел свою дочь. В общем, оставлю тебе торт. Желаю плодотворной ночи, друг. До встречи. Приятно, черт побери. Но счет... Мне нужно обязательно следующего спасти. Обязательно. Вот будет спасен. Кто бы это ни был. Торт будешь? Не будет. У меня день рождения был.
когда-то. А, нет, полез. Давай торта поедим, а лучше не надо прыгать, я тебя прошу. Что? Это не я, клянусь. Я не виноват. Да я и не собирался тебя обвинять. Я должен что-то сделать, я должен все исправить. Ну, он думает, что он исправит, он исправит вот этим своим поступком, он исправит все. Ну, поделись со мной, ты можешь рассказать мне, я, давай, расскажи. Я не уверен, на дороге было так темно, и все произошло так быстро. Кажется, я сбил ребенка. Ох, черт, ну это только тебе может кажется. А ты уверен вообще в этом? Ты уверен? Я просто запаниковал, я уехал оттуда. Я даже не знаю, жив ли он. Мой тебе совет, беги из города. Ты должен пойти в полицию. Так ты исправишь. Вот я тебе советую. Может быть, ты не брат, да и не ребенок там был. Может быть... Бельчонок. Да, ты прав. Другого выхода нет, спасибо. Только не бросайся, я тебя прошу, ты должен быть спасен. Молодец, иди. Иди. Не возвращайся сюда никогда. Иди в полицию, пускай тобой разбирается. Фух, устал я, вымотался вообще. Ну чего ты полезла туда? Подожди, ну жизнь же тык-тык-тык-тык-тык, плачет. Наверное, неразделенная любовь, конечно. Тебя кто-то обидел? Она приходит ко мне во сне каждую ночь, но я не виновата. Хочешь рассказать, тебе полегчает. Мне почему-то кажется, если я скажу вот так, то она будет... продолжать разговор, но все же может быть по-другому. Мне надо уже какой-то составить план разговоров, план бесед. Хочешь? Это глупо. Я поступила очень глупо. Просто расскажи, что произошло. Ну просто расскажи. Короче, у меня была подруга. Я с ней общалась на сайте знакомств. Типа от имени мужика. И мы, в общем, мутили так около года. Ну ты дурная. Потом мне стало скучно. И я ее бросила. А она покончила с собой. Ой-ой-ой-ой-ой, что ж ты натворила, девочка? Я даже не знаю, как тебе помочь теперь. Это жестоко? Жестоко. Ты не виновата? Ну виновата. Знакомство в интернете — это сплошной обман, наверное, это не вопрос, не ответ. Ну... что? Ты не виновата. Никто не знает, что она сделала это из-за меня. Ну вот, действительно, никто же не знает. Ну, расскажи ее родителям, тебе станет легче, может быть. Может быть, и это все и не так. Попробуй, я не знаю. Ни за что, конечно. Вот это ты молодец. Не, ну конечно, наверное, не стоило было это говорить. Расскажи ее родителям. Тебе станет легче. Легче, наверное, не станет ни ей, ни родителям, никому. Вот это вот идет на позитиве, молодец. 15.8, замечательно.
Стой! Я сейчас тебя привяжу, и ты туда не упадешь, ты понял? Нет, я все решил, только попробуй мне помешать. Жизнь прекрасна, я тебе говорю, чувак. Я не буду тебе мешать, я просто хочу поговорить, и все. Мне здесь делать нечего, не спится мне, понимаешь? Я сбежал не для того, чтобы слышать те же самые вопросы. Сделай одолжение, уйди. Ты сбежал? Расскажи, это мне очень интересно. Слушай, ты мне поможешь? Я все решил. Даже если я выживу после операции, я никогда не смогу ходить. Я не хочу такой жизни, понял? Зато хотя бы будешь жить. Но он не хочет такой жизни. И ты не хочешь даже попробовать? Не хочет. Не хочешь попробовать? Все вокруг будто лучше меня знают, что мне делать, особенно родные. А сами сидят с такими минами, будто на похоронах. Почему они не позволяют мне распоряжаться своей жизнью? Потому что им не все равно. Да когда-нибудь закончится. Ненавижу свою жизнь. Угу, все у тебя наладится, и очень скоро, да? Ну, это ж его не поможет. Ну, ты же не подросток, чтобы сбегать и бунтовать. Пошел ты. Надеюсь, я умру на обратном пути. Фух. Иди уже, иди. Надеюсь, ты не вернешься никогда. Ну хватит, я уже устал. Пойдем под мост. Копы приехали. Доброй ночи, сэр. Это снова ты? А вы что, снова подозреваете меня в смерти этих людей? Мы тут с ребятами поспрашивали немного о тебе, оказалось, что ты вроде бы действительно кому-то помог. Ну, кому-то да. 9 человек. Но ты нас тоже пойми, мы же не простые полицейские, начальство давит, все такое, что мы можем сделать? Самоубийств все больше, еще и эта тайная секта, это у них есть очень влиятельные друзья наверху, очень влиятельные, понимаешь? Все, что мы можем сделать, это воткнуть бесполезные таблички. К тому же у нас куча другой работы, приходится успокаивать людей, чтобы не допустить паники. В общем, ты уж нас извини. Да ничего, я вас понимаю. Кто-то будет сегодня? Что ж, наверное, сегодня все. Спасибо за попытку помочь, но в следующий раз пытайся лучше. Господи, спасибо, ты дал бы Бусыду второй шанс, я не представляю, что бы я делал без него, спасибо. Печально, что тебе приходится стоять там и видеть это все, я понимаю твою боль, потому что теперь она переполняет и меня. Не зная, что на меня нашло, я записался к врачу, надеюсь, жизнь пойдет на поправку. Знаешь, мой отец ужасно страдает, может быть, было бы лучше, если бы он спрыгнул, эта мысль не дает мне покоя, это ужасно. До встречи с тобой. Что такое? Папочка? Что такое? Папочка? Что такое? Так, ладно, я, наверное, на этом остановлюсь.
Что-то с этим папочкой я ничего не понял, что это такое. Спасибо, в общем, что смотрели, и, наверное, продолжим свои бессонные ночи уже в следующий раз. Пока-пока и до новых встреч. Пока.